Учащихся пополнились новыми учениками, прибывшими с территории Украины. Мы очень рады видеть вас в стенах нашей школы. Я надеюсь, что в нашей школе вам будет светло и уютно. Вы найдете здесь новых друзей, будете получать хорошие оценки и, конечно же, будет множество приятных и незабываемых минут. Ну, практически так же, как и наша школа. Только единственное, у нас был украинский язык добавлен, а у них здесь только русский. Английский мы учили в нашей школе. У нас было две истории. И здесь английский. Я думаю, мы справимся. Вы в школу пришли, вас как-то тестировали на уровень знаний, с вами разговаривали, на какой уровень вы готовы пойти? Ну, нас спрашивали, на какие оценки мы учились, и все. На 1 сентября в школу было зачислено 16 детей, прибывших с территории Украины. Это дети разных возрастов, с 1 по 9 класс. Общий уровень образования, проблемы у нас с русским языком на первом месте будут, потому что дети по учебному плану изучали 1 час в неделю русского языка. А с историей как? Ну, история тоже таким образом... Тоже будут проблемы, потому что свою историю они изучали. Если понадобятся какие-то дополнительные индивидуальные консультации, индивидуальные занятия, как с родителями, так и с учащимися, мы готовы идти навстречу. У нас прибыли новые ребята. Давайте мы с ними познакомимся, правда? Меня зовут Галя. Меня зовут Владик. Меня зовут Саша. Владик у нас тоже новенький мальчик. Вот, ребята, у нас 3 человека пришло сегодня новеньких, да? И нас в классе сегодня 20 человек. Понравились ребята? Угу. Ребята, вы будете с Владиком дружить? Да.